Хочу сказать спасибо за ваши комментарии под сериями прохождения этого мода. Из них я получил наводки на многие тайники, которые сам бы вряд ли нашел. Продолжайте подсказывать. Также не забывайте оценивать серию. Налейте себе чай и приятного просмотра. Проф, мне удалось добыть один документик. Это отчет об эксперименте проекта «Белый шум». Дайте-ка сюда. Очень интересно. Вы не представляете, это же гениально. Скиф, вам за ваши труды причитается. Да, и еще. Если вам еще попадется что-то связанное с «Белым шумом», несите мне. Забирайте. 10 тысяч, комбинезонный колок и медкомплект научный. Вот так вот. Со свалкой покончено. Держите за работу. И еще можно будет взять сканеры, представляешь? В темной долине я видел новое аномальное образование. Да, мне уже доводилось слышать про него. Но смельчаков, которые смогли бы помочь в исследовании аномалии, пока нет. Профессор, если есть новая аномалия, то значит в ней должны быть новые артефакты. Совершенно верно. Но для их обнаружения нужен специальный детектор. А пока у меня нет данных по этой аномалии, детектор я собрать и настроить не смогу. Что нужно делать? Отправиться в темную долину и установить мой сканер, желательно поближе к центру. Все понял, сделаю. Ага. И я максимально перегружен, ты представляешь? Ну конечно, он мне дал такой костюм. Который, что, лучше по броне? А что? Комбинезон и колок лучше по броне, чем Сева. А это бред какой-то, ребят, но это правда. Его можно, в принципе, продать, потому что мой костюм всяко будет получше, в непрокачанном виде даже, да? Вы скажете, да оставил бы, да зачем, ребят, он во всем хуже, смотри. Сева-то у меня не покоцанная, и эколог хуже. Ну давай продадим, что мне его с собой таскать? Плюс я на перегрузе из-за этого. Также я бы еще продал детекторы, которые мне теперь не нужны. А именно химические, потому что у меня есть Велес Хим. Да, такой есть. Жарко тоже Велес есть. Итого на 20 тысяч мы детекторов продаем. Неплохо, да? 132 куска. Но я не смогу сейчас на себя все детекторы взять. Надо было в бар все-таки зайти. Да? Угу. Но нет, тут без вариантов, мне все-таки кажется. Мне нечего просто-напросто убирать. Все радиодетали мне надо по-любому отнести на базу. Ну, вы скажете, артефакты? Ну, возможно. Артефакты, может быть, да, действительно стоит убрать. И собирать потом коллекции. Как минимум, нам нужно две медузы и один псевдокомпас, которых пока нет. Это я на всякий случай оставляю. Также я на всякий случай бы доставил этот артефакт. Он дает термозащиту. Если я буду лезть в огненную аномалию, то я обязательно его буду использовать. Ну и все, делать тут больше нечего, пошли отсюда. Убрать мне просто максимально нечего. Ну разве что вот еще аптечка у меня есть. 45 килограмм. Ну и давай посмотрим, что там по поводу сканеров. Половина зоны уже под контролем сканеров. Да, вы хорошо потрудились. Теперь нужно установить сканеры на кордоне. Ладно. Пойду-ка на кордон. Всего два сканера я получил, значит, я не буду на перегрузе. Сканер присутствия артефактов, установить сканер в ЖД-туннеле. И в аномалии овраг. Бывай. На кордон, значит. Мы как раз на кордоне не были, и нам туда надо, но, наверное, предварительно я все-таки дошел бы до бара, убрал детали, оттуда бы дошел, отдал флешку Лукашу, после чего установил сканер в аномалии. Да? Ну, думаю, да. Нашел я твою флешку, Лукаш, забирай. Отлично, молодцом. А вот и твой динамит. Осторожно, тяжелый. Бывай. Ясненько, этот ящик мне теперь надо тащить волкодаву. Волкодав у нас, ну, разумеется, на дикой территории. А вот и заказ. Ящик динамита, одна штука. Давай. Может, хоть с его помощью мутантов перебьем. А то задрали уже. Ну и что же нам остается в данный момент? Метнуться на темную долину, поставить там сканер и уже после этого идти на кордон, больше ничего, ребят. Ну, конечно, да, еще искать артефакты для бармена, как вариант. Мне, значит, предлагают куда-то вглубь пройти, да? С ума сойти. Вглубь пройти, с ума сойти. Ну да. Как я это сделаю? Не знаю. Устанавливаем сканеры, вернусь к Сахарову. Опа! Блин, ничего себе, у меня хп съело. Ну чего, возвращаемся к Сахарову? Что нам еще тут делать? Сканер установлен. Да, я уже получаю с него данные. Но для сборки детектора мне еще нужен артефакт пламя и 10 псевдокомпасов. Что? 10 псевдокомпасов? Дед, где я тебе их возьму? Ладно, пойду искать. Охренеть. 10. Ладно, я понял. Давайте мы, наверное, тогда артефакты пособираем. Я вряд ли вам буду это показывать, потому что, как по мне, это скучно. Но тут есть какие-то артефакты изумруды, а у нас есть химический детектор Велес. Ну да. Забрал. Еще есть что-нибудь? Нет. Тут, к сожалению, почему-то показывает, что ничего нет. А вот давай пойдем проверим. И удостоверимся, врет нам сканер или нет. А изумруды что у нас дают? Ого, неплохо. Химзащита 6 плюс 5 килограмм. Блин, прикинь, я перед тем, как полезть в химическую аномалию, не одел защищающий артефакт. Вопрос, зачем я их с собой таскаю? Ну, дурак, а? Тут зомбари. Это случайно не они все артефакты из аномалии забирают? Достаю детектор, и правда ничего нет. Но я обыщем зомбарей, вдруг они реально воруют арты. Да нет, ни у кого ничего нет. Химическая аномалия, о, это будет жестко. О! Так, перепрыгнул. Забираю арт и ухожу. Господи, я прям жестко сейчас пожегся. Но собрал самое главное. Слюда, ну классика. Ясно, карданчик-то нам костюм не прокачивает. Угу. Прокачивает, получается, только бандит. А бандиту нужны все инструменты. Где инструменты для грубой найти работы, я не знаю. Будем искать. А еще смотри, помните, я тут был? А тут, оказывается, ключик я пропустил. Вот это прикол, я снимаю. Еще, оказывается, в прошлый раз в тайнике диггеров я пропустил ключ. Исправим это недоразумение и подберем его. А еще ключ, короче, спрятали тут. Я в шоке, куда они прячут ключи? Это просто с ума сойти. Как его можно найти? Вот что.
не знаю, как-то вот можно. Ну а тут у нас уже какая-то дверь, необходим ключ, и ключ у нас имеется. Заходим вниз в подвал этот, и тут сейф. А к сейфу уже нужен кодовый замок, черт возьми, которого у меня нет. У меня есть только два кодовых замка. Это на кордоне сейф лежит в аномальной яме и в деревне на складах. Ну, видишь, как-то что-то не клеится. Следующий ключ-то офигеешь, но вот в этом месте. Гадина, надо аккуратно прыгать, ага. И я не перестаю удивляться тому, куда разработчик прятал ключи. Да, как вы понимаете, я хочу собрать все ключи по локациям, на которых я уже был, чтобы потом открывать сейфы, и из них падали всякие вкусняхи. В первую очередь, конечно, я хочу себе детектор какой-нибудь универсальный, да. Чтобы не мучиться с... О! Деньги. Сори, взял тайник, нашел. По 1000 рублей, то есть суммарно 3000. Конечно, немного вы скажете, но тем не менее, мне хватит. И где они? Ага, вот, ну. Плюс 3000, неплохо. Проникаем на второй этаж заставы сталкерской возле моста в Лиманск. И наконец-то открываем вот этот сейф. А в сейфе, между прочим, вихрь, ни много ни мало. И денежки. Купюра 5000 и две купюры по 10000. То есть суммарно 25000 это мне идет в плюс. Нехило, не правда ли? Мне такое надо. Ладно, все свои дела я более-менее решил. Все там разложил, что куда нужно. Теперь направляемся в сторону кордона наконец-то. Посмотрим, что у нас там, что будет по квесту Сидоровича. Я на кордоне. Пойдем потихоньку. Вот по-любому, зная разрабов, там что-то есть. Давай проверим это дело. Запрыгнем на бронетранспортер. Я оттуда... Что-то не получилось. Ага, запрыгнул, сори. Тут же по-любому должен быть какой-то ключ или что-то типа. Я же сюда даже пролезть могу. Ну да, пролез, и что? И тут ничего. А почему тут бы не спрятать? Мне кажется, тут прям... А, стоп, как ты? Рюкзачок. И в рюкзаке рюкзак. Я не могу. Первой категории это еще считается. Почему? Потому что тут комплект... Реально, это просто рюкзак для закладки тайника. То есть в рюкзаке для закладки тайника, рюкзак для закладки тайника. Было бы классно, если бы его можно было распаковать, и в нем тоже рюкзак для закладки тайника. Ну и канифоль. Только из-за этого это тайник первой категории. Из-за канифоли? Канифоль 20 рублей стоит, ребят. А рюкзак без закладки тайника, я не думаю, что намного дороже. Да и не нужны они мне. Странно. Ладно. Первая аномалия, в которую нам нужно заложить сканер, это тут, ЖД-туннель. Но мы потихоньку прёмся куда? К Сидоровичу, там мы поспим. На мосту вроде сталкера, то есть пройти могу спокойно. О, тут еще и две пространственные аномалии наверху. Каждая из них куда-то везет. Интересненько. Здорово, сталкерня. Я рад вас тут видеть. Надеюсь, и вы меня тоже. Не понял. А на элеваторе у нас кто? Бандосики. Господи, помилуй, как я сюда пройду? Вы взгляните на это, на это нечто. У меня даже сварога нет электрического. Блин, с ума сойти, а как тут пройти-то? Это вообще реально? Ну, то есть вот так прыгать надо? Я не знаю, что делать. Ну тут невозможно пройти, как по мне. Конечно, тут видно, что я делаю, сейчас сгорю. То есть визуально-то, конечно, можно типа между ними проходить. Вот именно что типа. Ой, привет. О, жмыхнуло, ребят. Вот так вот. Да и тут еще и бандиты, вы что, прикалываетесь? Мало того, что это супер опасный тоннель, тут еще и бандиты тусуются, вообще прикол. Давай с ними что-нибудь делать, я не знаю. А я восстанавливаю сканер, готово. Опа, и прям, прикинь, сразу тут арт, прикольно. Артефакты отсутствуют, ясно. Тут еще у нас и база оказывается, на ферме. Я туда не зашел, ну и не буду, пойду к Сидоровичу первым делом. Восстанавливаем сканер еще один, и артефакт должен быть. Каменный цветочек, ну, лучше бы медуза. Ну что вы думаете, конечно, без сюрпризов тут обойтись не могло. И вот, пожалуйста, ключ. Спрятали. Сколько ключей можно прятать? И тут, по-моему, еще должен быть сейф. Вот либо тут, либо где. Помните записку? В аномальной яме на кордоне. Это разве не аномальная яма? Это еще как аномальная яма? Сейф лежит. Какой там код? 34408. Ага, вот. Йо, подожди, дружище, не надо. А... Так, подожди, он сам по себе открылся. Это как так? Я не возил сейчас ничто, я просто открыл этот сейф. Это точно он? Вот он. 34408. Вперед, открываем, и внутри нас ждет медкомплект болотного доктора, 10 кусков и артефакт выверт. Ну, такой себе, средненький тайничок. Ну, даже я бы не сказал средненький, слабенький. Я весь костюм изговнял. А, нет, ничего себе, он прочный. Сколько раз я попал в аномалию, он, в принципе, пока целый. Медкомплект болотного доктора, и тут настойка его есть. Плюс 100 восстановления здоровья, 30 секунд действует. О, красота. Его аптечка и его противорад. Супер. По деньгам что? По деньгам у нас 158 кусков. Ой, здорово, Сидорыч. Долго я же до тебя шел. Мать честно. Хоть кто-то меня Сидоровичем назвал. А то все Сидор да Сидрыч. А то и хреном старым назовут. Возьму на заметку. Эй, ты придержи коней. Погоди, а ты кто вообще такой? Откуда меня знаешь? Да тебя все знают. Мне шепнули, что у тебя есть информация по интересующему меня вопросу. И по какому вопросу тебе нужна информация? Да, кстати, звать-то тебя как? Скиф. Сердце саркофага. А, ну, давай расскажу историю одну. Мне истории не нужны, мне нужна конкретика. Хочешь конкретику? Будет тебе конкретика. Только она просто так не делается. Что нужно? Сейчас подумаем. Так, артефакт этот ты не найдешь. Это тоже нет. Вот, вспомнил. Мне зверобой товар приготовил, нужно забрать. Делов-то. Что за товар? Кто такой зверобой? А тебе какая разница, что за товар? Ну, части мутантов, зверобой, лидер охотников, они все на лощине базируются. То есть ты предлагаешь мне в лощину идти? Ну да. Да ладно, а кого я пошлю, а? Молодняк, который сейчас в деревне водку жрет. Да их всей оравой пошли сдохнут, не добравшись до лагеря охотников. А у тебя на лбу написано «не лох». Хорошо, но и самого крутого туда без снаряги закинуть.
труп. Эх, а мастерство? Вот меченый и с одним ножом управился бы. А тут, эх, перевелись настоящие сталкеры. Эй, ты полегче? Не перебивай. Дать тебе мне нечего, могу только поделиться инфой. Мне как-то один сталкер рассказал, что сделал у нас на кордоне тайник. Там дробовик нормальный и боеприпасы. Он сказал, что возле палатки искать надо. Сталкера того уже нет, а тайник этот предназначался в случае чего оплатой мне. Ну что, если найдешь, забирай себе. А нет, так иди пустой. Ладно, как-нибудь выкручусь. Значит, забрать у зверобоя контейнер. Я понял, что продаешь, дорогой друг. Ну так, и патроны, как всегда, к моему оружию нет. Я тебя понял. Значит, какой-то ящик забрать. Скорее всего, ящик будет очень так нехило весить. Аж туда опереться. Но я могу, ничего страшного. Давай тут пообщаемся тоже с местными, если есть возможность. Лизер, по крайней мере, тут есть. Ну и поспать надо до утра, да? Привет, бывает, понятно, с волком говорить не о чем. Значит, остается просто опереться в темную лощину. Блин, мне что-то вообще не падают медузы. Ребят, как жить без медуз? Еще артефакт не упадает опять. Опять вывер, ты серьезно? Ой, не надо. Ясно. Ну, видели сами, да? А вот и зверобой, видимо. Блин, я же перегружен буду, скорее всего. Здорово, я от Сидорича за товаром. Привет. Значит, ты есть, Скиф. Вот контейнер. В нем есть все, что нужно Сидоричу. Давай оплату. Какую оплату? Как какую? Я что ему, просто так буду частью мутантов, которых группой завалить трудно отдавать? Он про оплату ничего не говорил. Ясно, старый хер тебя развел. Но без денег контейнер не отдам. И что делать, сколько он стоит? Давай заплачу. Если у тебя есть 50 тысяч, то давай. Я бы ему отдал деньги, но чувствую, что будет какой-то квест, вам интересно на него посмотреть, поэтому есть другие варианты. Есть, нужно поохотиться. Отлично, кто цель? Псевдогигант. Пойдем втроем, ты, я и Ганта. В одиночку с этим гадом будет трудно справиться. Завалим урода, и я отдам тебе контейнер. Когда идем? Как будешь готов? Я готов. Без проблем абсолютно. О, в смысле, я сохранился, прикинь, меня просто телепортировало. Ну давай, ребята, а вы что не стреляете? Я один, что ли, иду? А, так просто? Туша мертва, подходи, поговорим. Так ты же сказал, мы втроем отправимся, в итоге, а вы видели, я один был. Подожди, я чуть не понял прикола, пацаны. Вы тут появились, но вас же не было. Короче, какие-то баги происходят непонятные, просто забейте. Давай пообщаемся. Туша мертва. Идем на базу, там отдам контейнер, идем. И что, нас не переместит? Переместит. Давай контейнер. Держи. И больше так не попадайся. Удачи. Контейнер с частями тел. О, все, я именно перегрузи. Сколько он весит? 8 килограмм. Ну, у меня есть 2 геркулеса, их вполне хватит. Даже третий еще присутствует. Поэтому давай бахаем и пошли потихонечку. Больше восточных квестов нет, ребят. Мало ли что там. Почем возьмешь ногу? 10 тысяч. У него 100 тысяч. То есть ему можно сбагривать часть мутантов. Ну, 10 тысяч это не самые великие деньги. Сидор, ты охренел? А что такое? Ты еще спрашиваешь? Деньги за контейнер ты мне не дал. Так ты и не спрашивал. Контейнер принес? Контейнер ты принес. А как же оплата? Тебе информация нужна? Нет? Нужна. Так давай контейнер, не тяни кота за яйца. Забирай. Ну что, говори про сердце саркофага. Подожди, а кто сказал, что ты свое отработал? Ты же говорил принести тебе контейнер, я тебе принес. Я не говорил, что только это. Еще одно поручение есть. А где гарантия, что после этого поручения ты не придумаешь новое? Мое слово. Сейчас я его даю. Находишь мне в темной долине тайник. В нем чемодан. Его ты отдашь мне. Вот фото место, где искать. Когда чемодан окажется у меня, у тебя в голове окажется информация. Ладно, будь по-твоему, в темную долину, значит, идти. Вот та елочка, под которую нам надо заглянуть. Находится она вот тут. И вот тут рюкзачок. Также мы находим слизняк, химический детектор, который мне не нужен. Ну и чемодан Сидорича. Гадина, а. Вот твой чемодан. Информация. Да, это он. Слово свое я держу. Слушай, едь в зоне человек. Может, слышал, болотный доктор? Тебе к нему надо. Он точно тебе поможет. Хорошо, где мне его искать? А я почем знаю? Ты чё, приколист? Я тебе дал наводку на человека, который может реально тебе помочь. Все, давай, проваливай отсюда, не зли меня. Слышь, я для тебя жизнью рисковал, а ты мне говоришь практически ничего. Я почему-то уверен, что это мне любой сталкер сказал бы за бутылку водки. Проверим. А ты не так просто, как мне показалось. Ладно, держи за работу наличными. 25 тысяч. Найти болотного доктора и узнать у него про сердце саркофага. Бывай. Где нам искать болотного доктора? Нигде, просто искать, ясно. Смотри, инструменты для грубой работы на свалке, прямо рядом с прозрачным. Теперь идем отдаем ему эти инструменты для грубой работы и полностью, скорее всего, сможем прокачать свой комбинезон Сева. Это классно. Наконец-то у меня будет хорошая защита от аномалий. Я принес тебе инструменты для грубой работы. Во, класс, ну даешь. И как ты все находишь? У меня теперь полный набор. Из зажигалок могу пулемет собрать. Ну давай. Значит, чиним. Вот видите, пистолет он не прокачивает. Я понял, каждый свое что-то прокачивает, но он может нам полностью вкачнуть Севу. Это классно. Давай спустим на нее все деньги, что у нас есть, и сможем теперь спокойно лазить в аномалии. Бить-то не конь. Ой, особенно восстановление сил мне так надо. Хоть и немного, но все же. Прочность не нужна, давай гашение. Либо броня, либо вес бронежилета минус. Я думаю, что все-таки броня. Потом мы себе найдем какой-нибудь арт, который много килограмм дает и минимизируем. А броня плюс 30 будет не лишней. Хотя, подожди, стоп, тут же не нужна броня. Да-да-да, абсолютно она не нужна. Меня все равно, что так будут ваншотить, поэтому вес бронежилета минус 5 будет практичнее в этой ситуации. Электро и термо. Наверное, термо подкачаю. А тут уже что? Техник не делает такую модификацию, не понял. Как это не делает? А мне надо. Ладно, грузоподъемность либо плюс один контейнер. Давай, наверное, плюс один контейнер. Потому что грузоподъемность плюс 10. Есть арты, которые по 15 килограмм дают, поэтому тут выгоднее будет качнуть контейнер. И опять-таки сразу плюс 2 контейнера, и у меня 5 контейнеров. Это классно. Пси-защита особо не нужная. Восстановление здоровья, заживление ран. Еще пси-защита.
И далее выбор. Либо еще пси-защита, либо восстановление сил. Я думаю, восстановление сил. Хотя, наверное, пси-защита, потому что восстановление сил можно артами повысить. А вот пси-защиту, я что-то не видел арта на пси-защиту. Ну, не знаю. Для пси-защиты есть таблетки, поэтому давай восстановление сил все-таки. Да, давай так и сделаем. Ну и тут что? Тут либо радио и электро, либо хим и термо. Давай хим и термо. Все, полностью вкачал броник. Класс. Что теперь? Снабжение с инструментами полученного достижения что-то дает? Прозрачность сделал вам скидку на апгрейд и ремонт. Теперь он может производить полный апгрейд пистолетов калибра 11, 43, 23, а также костюмов системы замкнутого дыхания. Понятно. Ну да, замкнутое дыхание мне надо. Тут же мы можем посмотреть мою статистику, кому интересно, смотрим. Хедшоты считаются. Ну, а что, есть какая-то награда за это? Найден тайников первой категории 11, и всех остальных меньше, представляете? Самый сильно убитый мутант это... Кот? Что? Почему кот? Я убивал псевдогиганта! Ха! Что за бред? Почему кот сильнее псевдогиганта? Ты представляешь, насколько котики опасные? Ну да, это если его кормить не будешь, он тебя так расцарапает руку. Коты опасные, ребят, имейте это в виду. Что нам делать сейчас? Искать где-то болотного доктора. Я вообще не понимаю, где. Также вернуться к Сахарову и взять, наверное, новый квест. На этот раз он меня со свалки отправит куда? Ну, конечно же, в лощину. Там тоже есть несколько, 4 аномалии, да? Далее, что еще есть? Тайник на Агропроме, кстати, так и не нашел, да? Что-то я не знаю, дробовики, патроны мне не особо надо. Карта в подземельях Агропрома. Радиодетали я так и не нашел. В X18 перехода у меня нет. 10 псевдокомпасов, офигеть. Ну да, это проблема еще та. Не, ну в первую очередь нам, конечно, нужно псевдокомпас по квесту бармена, чтобы по сюжету продвинуться. Потому что сейчас, по сути, нам нужно продвинуться по сюжету, отдав бармену артефакты. Он нам за это коньяк, мы коньяк волкодаву, и волкодав нам уже какую-то там что-то даст, и за что нам бармен даст инфу о саркофаге. Вроде так все, схема вообще жесть, да? Ну и все, ребята, в принципе. Вот такая тактика, вот такая схема.